Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, и немногие вспомнят, как я играл в Call of Duty, когда она выходила. А сегодня зашел в нее и увидел зомби, режим зомби, который я прогнозировал. Это, кстати, обучение. Ух ты, нифига себе, как он нафигает. Бейте зомби. О, который я прогнозировал, что типа все равно будет это зомби-режим, его видно... доделали. Вот, кому, конечно, будет интересно, может поиграть в него, но я лишь сегодня зашел, только его увидел, поэтому я даже не натыкался ни на один ролик по данному режиму. Хотя, например, я много смотрю тоже и ролики по, не то что Call of Duty, а смотрю вообще игровые ролики и думал, блин, хоть наткнусь, а оказалось, сказал, что он есть, присоединяйтесь с друзьями, будет 5% опыта. Кстати, смотрите, получить лучшая игра, забрать награду. Мне, кстати, смотрите, наверное, за все время столько всякого, наверное, интересного надоевали. Снайперки, рейтинговые бои. Возможно, у нас ролики по Call of Duty также и будут выходить. Это все зависит от вас, от вашего... а ваши активности. Ну, в принципе, мы потом все посмотрим. Стандартный рейд. А есть хардкорный рейд выживания. Давайте, покупайте более мощное оружие, открывайте. Давайте стандартный рейд. А, заполнить отряд. У меня, смотри, награда, да? Комплект. Вот комплект. Что у нас с комплектом? Оружие. Здесь какое оружие? Напомню. А, это просто типа скины, я так понял, да? Изменить. Да, это скины. Выбрать. В принципе, ладно. Пускай без скинов сейчас побегаем. Здесь все равно будет начать. Стандартный рейд. Сейчас нам чуваки присоединятся. Мы будем прям валить, делать, убивать. Еще способности, кстати, здесь есть. Я так понял. Усиление, которое там в ящиках. И... так, это Серега какой-то. А, я уже к ним присоединился, я так понял. А, нет, в общем, пока все присоединяемся. Не, ну пока можно взять это. Так, ну давайте. Так, зомби, да, сейчас пойдут? А, это они сделали защиту, да? Так, давай-ка посмотрим. Кстати, он почему-то прицел ставит, да, автоматически? Надо как-то поставить другой прицел. А, прицел одним прикосновением. Базовое управление. Так, ладно. Так, вторая волна. Осталось зомби 55. Ну, а пофиг, пускай мы прицеливаться будем. Вон чувак сколько стреляет их. А, мы должны оставить. О! А мы все равно должны стоять, чтобы это усилить. У нас во всех, по-моему, да? Во всех... да, во всех рейдах. Может, здесь вот еще? А, быстрое возрождение. А, мы не можем тянуть, да? По мне что бьет? А, это нет, нет. Так, давай, побежали. Ждем, ждем, ждем. Третья волна. Так, усиление, укрепление, точнее. Все, укрепились. А, у меня 2700. Ну, тоже нормально, кстати. Че, мы не будем вниз, что ли, идти?
Или надо дождаться, короче, все волны. Ух ты, они откуда такие прикольные? А-а-а. Давай, давай, давай. Смотри-ка, четвертая волна уже серьезнее. Ух ты, ты что, а, ты себе творишь, позволяешь? Гад вонючий. Так, мне надо сейчас это. А что такое? Быстрое возрождение, чтобы купить перкову. Что такое? А, быстрое возрождение, короче. Окей, перк я купил. Теперь надо патроны взять. О. Пробежали, а где они? Ух ты, собаки сутулые. Ах ты. Давай, во. У собаки сутулые, реально. Reloading. Да, конечно же. О, что это такое? Так, у нас чуваки вообще живы. Следующий раунд через 3, 2, 1. Погнали, гады. Опа! Вылез. Так и знал, что он отсюда вылезет. Ах ты! Тварина, а? Что это у меня здесь? А, тут еще. Блядь, не то купил. Не надо было вместо этого покупать, блядь. Где они там дерутся, жрутся, что ли? А, он уже внизу, смотри-ка. Блин, надо дробовик брать. Ух ты, ебать, мой хуй. Так, быстрее, быстрее, ребята, давай, вали, вали. Зомби осталось здесь, там чувака уже прям жрут. Так, 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 так. Какие-нибудь хардкорные сколько, бля. Так, быстрее покупаем. Быстрее, 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 что там? Блядь, надо поменять. Блин, может дробовик есть? Купить все усилители. Так. А, блин, сзади. Ах ты, сука, смертная. Вали. Ух ты, блин, сзади. Он что, поднялся, что ли? А, так. Блин, чуваки внизу там сидят. Нам бы гранату кинуть свою. Тут граната вообще нормально. Опа, куда пошла? Зайка моя. Так, тихо, 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 тихо. У меня дробовик бы взять. Здесь дробовик должен быть, да? Так, стопа где-то. Где дробовик? О, купить монеты. Что за монеты? Что такое? Опа, монетку купил. Бля, на улице, может, там на улице есть? Последним. Чем больше я дверь открываю, чем больше зомби, но мне кажется, так и нет. Так, надо здесь, наверное, что-то. Монетку. Это трое зомби осталось, кстати, мы их что-то не добиваем. Но тут нет ничего особого. Это такое вот. Ак.
Там что-то... Да, у меня что-то здесь патрон уже нету. Во. О, дробовик вон. Че дробовик здесь? Вон дробовик, да? Ну что тут, то есть он как-то долго. Зато с первого раза убивает. Вот так. Тут, кстати, уже более интересная такая. Так. Так, давай-ка. Я почему-то с прицелом только. С прицелом только стреляет. Бэмс. Это неудобно. Так, у меня 9000. Стало 16 зомби. Где кто это такой бегает? А, чувак бегает. Так, используется жетон реанимации. Ух ты, там все зомби в этой стране. Так. Куда побежала? Куда побежала? Ух ты, нужна помощь. Ух ты. А что ты будешь делать? В пизду эти страны. Где ты там, блядь? Раунд босса через... Нет, дробовик не помогает, конечно. А что такое у нас? Таинственный ящик, давай. Берем. Давайте еще таинственный ящик. О. Давай, берем. Вот, может, босс для босса подойдет, кстати. Так, у нас что такое? А, это просто взрывчатка, что ли? У нас можно столько денег тратить, у меня уже 5000 бы. Так, ну давай, босс, где там, блядь, чуваки? Они наверху здесь, что ли? Все собрались в одном месте. Приближается босс! Ох ты, мы куда-то полетели. Это босс? А, или он превратится сейчас? А, понятно. Неплохая звезденка у тебя вместо лица, бля. Бля, что, не подошли, что ли? Бля, что вы... А откуда стреляете-то какой-то хуйню, отродье? Сараны. Значит, надо кому-то зомби отстреливать, короче, кого-то его отстреливать. Фига, смотри, какой здоровый мужик. Сколько я там вошел-то эти... Короче, наверное, распределение на ролей. Ну, как зомби. Бля, да что, они какие зомби страшные. Не, наш счет надо. Так, зомби. Так, разбить прочный панцирь. Бля, да ты что, не умираешь-то? Ух ты!
Быстрее, 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 братан, быстрее. Давай-ка. Ой, бля, бежим на. Стопэ. Так, да что он какой, смотри, какой живучий-то. А, можно его так убивать, что ли? Ого, смотался, смотри-ка, используй тонку. Что такое вообще? А что такое? А, на нее, наверное, отравляешь, что она фигарит. Нужна помощь! Босс рядом. Дэн. Давай. Отрасли какие делают-то. Уже половину сделали, по сути. Ах, зомби-то, кстати, они вообще такие живые тоже, блин. Живучие они живые. Противопоказанным ходить. Ух ты, ё-моё. Там патрон бесконечно, а то ножами сейчас. Ох ты, ёбаный в рот, братан. О, ебать. Чё это летит такое? Чё это за говно, ребят? А, можно, да, убивать. Блять, надо. О, 850, нормально. А, надо еще, надо закинуть, да? О, вот так надо. Валить его. Так, стопы. Ты залез, смотри-ка. Ну, чуваку уже скоро крандец. Нашему я веду. Что это за говно, блин? Ох ты! Все, что ли? Пьяные отродье. Победа! Урон 17% я сегодня делал. Первый легендарный акции 5 эпических минут со скидкой 60%. Понятно. Что нам дадут хотя бы? Урон 80. Ну, я не самый хуёвый. Хочу сказать, это второе место. Я думаю, первый раз, как говорится, будет очень плохо. Тыш, что такие? Пазлы, короче, собирать надо. Сейчас уже по пазлам тут все. Ух ты, сколько завершать там миссии-то надо завершить. Ладно, ребят, спасибо за просмотр. С вами был Швили. До новых встреч. Пока.